Друзья, снова здравствуйте. И еще раз подтверждение по бренду Vibe. Vibe Nitro X7 моделька. Сейчас мы также упакуем, отправляем. Ролик не об этом. Ролик тому, что еще раз показываю правильное заполнение на данную модель. Что моя печать, дата, фамилия, подписи. Потом ставит покупатель. Фамилию, имя, отчество, инициалы, вернее, и подпись. Вот это нам присылает. Это подтверждение гарантийного талона. Это обязательство. Потому что в течение года он может потом обращаться в сервис-центры бренда Vibe. Так, друзья, и еще самое главное, что самое интересное, как я обещал. И вот, уходит посылочка в город Братск. Получает вот такие крутые смарт-часы, друзья. Как я и обещал. Уже сегодня тоже одна ушла. Забирали X3 Pro. Человеку также бросили туда коробочку. Также смарт-часы, друзья. Пишите свои заявочки, пожелания. Пишите на мой личный номер. Вайбер, ватсап. Вернее, ватсап, вайбер. Как удобно. Пишите. Это все будет под роликом. Мои контакты там. Под роликом нажимайте еще. И там выплывает контакт. Пишите, пожалуйста. Приобретайте модельки Vibe, также колоночки Autronic, валом разных всяких. Хотите сравнения, пожалуйста, сравним, вам покажем, только непосредственно потенциальному покупателю. Так, еще раз повторюсь, уходит в город Братск. Денис Александрович, встречайте, специально для вас это делаю под ролик, выложу в YouTube. И, пожалуйста, получайте подарочек. Подарочек также проверили, все работает, все хорошо. По комплектации все понятно. Качать мы колоночку не будем. Ну, немножко еще раз включим. Трек тут играл. Друзья, Vibe X7 — это крутая штука. Правильно настроить басы — это тоже советую всем клиентам нашим, кто покупает у нас. Я потом расскажу, как правильно поднастроить, потому что можно включить и не понять, да? Есть, опять же, пару моментов, как правильно настроить, друзья. Вот, опять же, пишите мне в личку, Вайбер, ватсап. Все сделаем, покажем, расскажем, как правильно пользоваться данной моделью. Ну, не только. Но с другими моделями есть пару моментов. Ну, по звуку, ну что сказать. Крутяк просто, когда включаешь, именно такой бас глубокий, да, аж пол гудит. Поэтому спору нет, не буду много говорить, да. Тут, будем так сказать, вещь говорит сама за себя. То есть своим качественным звуком, то есть достойно. Так что все, спасибо за внимание, до свидания. Еще раз повторю, все контакты будут находиться под данным роликом. Нажимайте еще под видео. И все, и там будут все контакты. Друзья, спасибо, до свидания.